База отдыха «Спорт» приглашает гостей отдохнуть от городской суеты. Находится она в Сосновом Бору в поселке Супсех. Именно там, где берут начало Кавказские горы, открываются лучшие панорамы на город Анапа и Анапскую бухту. На территории в окрестностях базы отдыха можно позаниматься различными видами активного отдыха, включая верховую езду, пешие прогулки и велоспорт. Да и для отдыха, столь необходимого после физической активности, здесь условия более чем подходящие. Красивый интерьер в духе советского времени, выполненный с изысканным вкусом номера люкс в различных цветовых гаммах, а также номера стандарт и эконом, подойдут как для спортивных групп, так и для индивидуального проживания. У нас размещаются большие группы, достаточно большие группы туристов, как детей, так и взрослых, которые приезжают в Анапу на сборы определенные спортивные. Мы предоставляем услуги питания, проживания. Для группы от 25 человек один тренер размещается бесплатно. Ну и, естественно, спеццена для больших групп. То есть не по обычному прайсу работаем, а по спецпредложению. Летом на базе отдыха «Спорт» проходил танцевальный лагерь «Star Dance Camp», который собрал более 200 участников и 13 хореографов со всей страны. Ресторан-отдых – настоящая жемчужина базы отдыха и ее окрестностей. Кухня ресторана основана на традиционных русских деликатесах. Здесь имеется VIP-зал с бильярдом и великолепная открытая терраса. Неповторимый интерьер ресторана дает возможность окунуться в эпоху начала 20 века. В ресторане «Отдых» можно отметить любое торжество. Эксклюзивный интерьер подойдет и для романтического свидания, проведения пышной свадьбы и для новогодней веселой вечеринки.